А я напоминаю, что на канале проходит конкурс на Fallout 4, ссылка в описании. Или аннотация на экране. Привет, дорогие подписчики и случайные зрители моего канала, мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. Ну что ж, мы начинаем по ходу дела приближаться к финалу этого дополнения. Какое-то оно было короткое, а может и не к финалу. Но тем не менее, мы идем убивать вождя белоногих. Ну и что-то мне подсказывает, что на этом дополнение Honest Hearts закончится. Да, в таком пресловутом месте живут эти белоногие. Пока что никакого сопротивления. Даже наоборот, кто это? Мертвые лошади. То бишь засада. Гляньте-ка, все краснеет. Это их знамя, их его не убрать. Шишки-баб. Туман там, гавки. Охренеть. Все становится каким-то уж чересчур кровавым. Назревает большая битва, я думаю. Ага. Кто у нас тут? Опаньки. Я ему пробил броню, давай добивай. Воу. Джошуа. Джошуа, ну почему ты постоянно подкупаешься на это? Ну ладно, я думаю, тебе не привыкать. Черт. Не круто. По логике он должен был орать от боли, потому что если у него и так кожа жгет. Тут дополнительного ряда огня. Оу! Скрипты! Офигеть! This is taking too long. We can't let salt upon wounds escape. I'm going to find a way around. Точно. Куда ты делся? Хорошо, он просто исчез. Странный парень. Он то появится за спиной, то и куда-то исчезнет вдруг. Может, он реально умер в том каньоне, куда его сбросили. И в виде призрака материального ходит среди нас. А нам, походу, в эту темную щелочку. Ну давайте. Что мы тут имеем? Пещеры. Вау, 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 вау. Ты что? Так, не хочешь в голову получить пулю? Давай, снайпер. Ёпту, что за снайпер бухой? Выстрелил в скалу. Не хватает очков действия, просто замечательно. Ладно, это плохая идея. Какой вообще может быть снайпинг в помещении? Тихо. Тихо, не орать, все под контролем, я горю, мать твою! Все, все, все. Все. Все, ребята, все. Лучше девочку скушаю. А то от того парня воняет. Хотя и это не розами пахнет, но тем не менее. Мягких тканей-то у него побольше будет. Может поспать немного, а? Враги какие-то здесь. Хреново. Ливные яблоки. Мусор. Опаньки. Ну у меня же скрытность на сотню. Ай, на ладно. Чё она? Сказала ты хоть. Уходи, кровь, уходи. Так, у меня закончились стимпаки. Снова. Вот так. Просто вот так. Я надеюсь, от них не будет никакой передозировки. Я ж, наверное, уже все вены в этих дырках. Так, стакан. В таком сундуке что еще могло быть? От
Патроны очень хорошие, в принципе. Ящик со взрывчаткой. Это уже интересно. Упс. Все, приплыли. Что у нас есть такого похава тяжеленького? Маис. Водка. Так, и похоже, это все. Берет не ломается. Он неубиваемый. И очки тоже, в принципе. Так, есть что починить вообще? Походу нету. Оп, оп. Вот этого я и ждал. Давайте, наверное, возьмем. Сделаем вот так вот. Патронов уже, в принципе... Нет, мало. Все равно мало. Что ж, давайте дальше продвигаться по пещере. Может, найдем чего хорошего. Фонарик. Активирован. Кто у нас тут живет в пещерах-то? Что-то у нас тут есть. Мусор. Ага, вот и выход. Кстати, надо сделать вот так. Опа, опа. И все. А еще надо сделать... вот так вот. О, видали, сколько патронов? Можно этот пестик починить? Нет, нельзя. Но он вроде тоже умеет урон наносить. Куда нам надо двигаться? Кажется, я начинаю соображать. Или нет? Давайте сюда попробуем сначала. Мне кажется, тут как-то можно поверху обойти все это дело. Совы? Или послышалось? Может и нет. Воу! Тихо! Что ж ты делаешь? Я обезвредил ловушку. Перечу сухарики. Отличная тема. Нет, тут, походу, кроме припасов ничего хорошего нету. Опа! Как мастер просто. Гильзы. Кому нахрен нужны гильзы? Мне не нужны. Ну, вот и все, в принципе. Значит, нам все-таки туда. Хорошо, идем. Плитка. Жаркое из белки. Шикарно. Опаньки. Молодец. Иду на помощь. Так, как же я так ноги не сломал, а? Кого ты целишься, дура? Никого тут нет. Зря я за тебя только спустился. У нас такое дело. Давайте проверим, что у нас здесь наверху. Трещина, что ли, такая? Похоже на то. О, тут у нас ребята тренировались, да? Какой я косой. Это просто пистолет, это плохой. Палец соскочил с курка. Так, так. Все, ничего тут хорошего нету. Хотя. Ого! Нехило так, да. Изолента. Давай. Что за... Что, это реально косой? Ага, хрен там. Давай, ломайся! Да. Все нахрен.
А это что? Была люстра когда-то. Теперь еще один небольшой предмет интерьера. О, все ж таки можно поверху пройти. Ой, как я ноги-то не сломал. Но они, наверное, уже в плачевном состоянии, да? Ну да. Кто-то у нас тут есть. Кто же это может быть? Ага. Стоять. Стоять. На! Так. Куда убегаешь? Все, спать. А тут у нас кто? Кто у нас тут такой маленький би... Беззащитный, мать твою. Ну. Все. Еще один белоногий отправляется на покой. Эй! Аккуратненько. Что-то здесь не так. Ах, да, вот она в чем загвоздка. Слабость после приема. Минус один к силе. Я-то вот думал, гадал, в чем прикол слабость после приема. А все оказывается просто. Опаньки! Опаньки! Сидим! Точнее, лежим! О! Что это с ним? Ритуальное самоубийство? Похвально. Огненная бомба, битер. Ах да, что это я? Можно же сделать вот так. Ну вот, два идеальных починенных пистолета-пулемета. Хорошо ведь. Томагавк. Темный дурман. Гляньте-ка, сколько у меня уже этих томагавков? А-а-а, так этот олух наступил на капкан. Какие же вы идиоты. Так, что мне здесь не нужно? Нож. Ну, раз такое дело. Давайте вот так вот. Не хочу никому отдавать пожарный топор. Дубинка? Нахрена она мне нужна вообще? Я ведь ее случайно вообще взял. Так. Хочу идти по верху. Не хочу быть открытым для... снайперов. О, как плохо, как плохо-то, а? Слушайте. Так, 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 так. Хоп! Для разнообразия. Фуху. Опа! А лошади довольно жестокие. Да? Ятаха! Ятаха, да ятаха. Упс. Оп. Аккуратненько. Как они прошли быстрее меня? Я же шел самый первый. Ну ладно, предположим, что они ниндзя и перемещаются по горам. На-на! Ну гляньте, какой... прыгки. Ютаники. О! Да что это было? Так. Давайте, ребята. Разбирайтесь там. А я вам помогу, чем смогу. Вы, конечно, извините, если вас задену, но... так надо. Оу. Теперь я вообще ничего не вижу. Так, тихо. Остались только белоногие. Я, кажется, только своих поубивал. Оп! Оп! Дьявол! Yes.
Так. Опять меня кроет. Я думал, меня уже отпустило. О! Гляньте-ка. Тебе плохо? Хорошо, шашлычок на вертеле. Не, ребята, это ненормально. Так нельзя. О! Я его вылечил. Можешь не благодарить. Хм. Упс. Нахрена я вколол себе супер стимпак? Я ведь совершенно здоров. Тут, кажется, другая система работает. В отличие от стимуляторов обычных. Это что? Это мешочек. Опа! Что, опять скрипты, что ли, ребят? Вы меня радуете. О! Я предупредил вас в Сиракузе, и вы продолжали. Вы взяли advantage of us at New Canaan to drive us out. And like the dogs of Caesar you are, you followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Kale Wachane Conserva O. You understand me, don't you? Don't you? Outman! Kunaman mad! He kill all white legs! You talk! You stop! Знаешь, мне нравится твой шлем. Повешу его дома на полочку. Так, нужно обсудить с Джошуа. Him hear you. Don't listen to this thing. His cries are those of a mad beast caught in a thicket. He gave no mercy to my family, and I will give none to his. Справедливо. Не имею возражений. God's will. There. That's it. It's finished. When they hear what happened here, the White Lakes will crawl back to their great Salt Lake. Замечательно. If Caesar doesn't kill them, Цезарь умер, ты что? Cursed mongrels they are. Come, let's find Daniel. Tomorrow will be here soon. And there is still much work to be done. Хорошо. Ну, кажись, это все с белоногими покончено. Вот так вот. Так, а... Ага, загрузка, значит. And so it was that the conflict between the New Canaanites and the White Legs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Joshua Graham's chilling execution of Salt Upon Wounds seared into their minds. The surviving White Legs retreated to the Great Salt Lake. Unable to shake the memory of their brutal defeat and the dead horses' savagery in battle, the White Legs feared further reprisals. They fled north, out of Utah, into Wyoming. The wilderness was harsh, and the first winter claimed over half the tribe. When spring came, the survivors parted ways in small bands, and so the White Legs died a quiet, ignominious death. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the dead horses, eradicating the threat the White Legs posed to Zion. Watching as the courier encouraged Joshua Graham to execute Salt Upon Wounds, the Sorrows learned that New Canaan offered no mercy to the wicked. The Sorrows' transformation from a peaceful, timid tribe into a merciless, warlike people broke Daniel's heart. Over time, the Sorrows became ever more ruthless in their dealings, even with each other. Daniel traveled to and fro between the New Canaanites and Zion, continuing to plead for a return to the old ways whenever he visited.
Eventually, the Sorrows grew tired of his blather and turned their backs on him. Having helped eradicate the White Legs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The new Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators, but found it difficult to reconcile the tribes' conflicts. The defeat of the White Legs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the new Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. The tribes united against the 80s, driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. With the White Legs crushed, Joshua Graham led the Sorrows and Dead Horses in tearing apart and burning the corpses of their enemies. He set about training his army in the way of the Canaanite, and soon the new Canaanites and tribes of Zion were feared well into the Mojave. Legends of the Burned Man grew even more depraved and terrifying. For years after the defeat of the White Legs, Daniel did his best to minister to the Sorrows' spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family and Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. О как. И это стало быть все. Ну что ж, это было самое короткое дополнение на данный момент, но зато оно было таким живым, что ли, более-менее интересным. Ага, возвращайтесь, а мы сюда вернемся потом, интересно. Но тем не менее, несмотря на свою непродолжительность, это дополнение было очень интересным. То есть было много скриптов, много таких диалогов. Даже не диалогов, а монологов. Спутники постоянно что-то там рассказывали. Такого не было. Так, а что я там взял? Надо было хотя бы глянуть. Силовой кастет, соль на раны. Головной убор мела? Нахрена? А где бинты? Так черту бинты, вы смотрите, какой сексуальный. Охренеть. Одежда Дэниела. Гляньте, какой-то прям эксклюзивный как контент. Слушайте. Шлем соль на раны. О! Шлем все-таки мы заполучили. Шляпа Дэниела. Херня, а не шляпа? Нет уж, извините. Охренеть, ребята. Вот ради этого? Оно того стоило. Ну что ж, давайте возвращаться. А вернуться-то мы сможем? Как интересно. Да. Вполне себе. Ну что ж, это хорошо. Только что-то я вдруг стал резко перегружен. Придется кинуть этот топор здесь. Да похоже, не только топор. И это придется здесь оставить. Блин, дорого. Ну ладно. Мне плевать. К тому же, насколько я знаю, в следующем дополнении мы сможем очень сильно подняться по деньгам. Так. Пустошь Мохаве. Дом, милый дом. Да, здесь хорошо. Там уже снежок вон.
Я думаю, это вот дополнение понравится тем, кто играет за Легион. То бишь, мы попадаем в такое дикарское сообщество, а легионеры, они ведь в большинстве на холодном и на рукопашном оружии. И там большинство ребят тоже на нем специализируется, да и к тому же главный враг Легиона Цезаря, Джошуа Грэгхэм, там находится. Приходите вы к нему, о, я работаю на Легион, и хватит, две пули ему в глаз. Идем, помогаем белоногим захватывать все это дело. И в трусах там прыгаем вместе с ними. То есть вот так вот. Блин, а что еще сказать по этому дополнению? Я не знаю. Оно было таким маленьким, сколько там... Часов 5 мы по нему побегали, и все происходило настолько быстро. То есть мы пришли, нас встретил Мел. Говорит, пойдем с нами. Диалога с Джошуа не состоялось, потому как мы ему сказали... Вернее, сообщили о смерти Цезаря. Он такой, да? Ну, мне пофиг. В итоге... Он нам дал задание и не объяснил, как его делать, и вообще ничего о себе не рассказал, то есть... Мы, наверное, пропустили с вами довольно-таки обширный и интересный диалог, но я думаю, это уже не так важно, потому как... Все, дополнение позади. Потом мы встретились с Дэниелом, и вместе с Тучей бродили по Зайону, уничтожали все и вся. После этого мы уже с Джошуа пришли и разбили белых... белоногих, ё-моё. Что-то язык заплетается сегодня. Это было довольно коротко, сюжет опять-таки высосан из пальца, но тем не менее, мне понравилось. Ох, ладно, уже ничего не буду говорить, язык просто заплетается. Сейчас довольно поздно. У нас осталось с вами еще одно последнее дополнение, Dead Money. Насколько я знаю, оно будет самым продолжительным и, наверное, самым интересным. Ну а на сегодня все. Что ж, всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения, подписывайтесь на канал, если до сих пор вы еще не сделали. Всем удачи, всем пока!